Спонсор программы – сеть магазинов «Автомаркет номер один». Здравствуйте, в студии Геннадий Адушев. Вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. Амурский наркобарон. В области задержали самую крупную партию гашишного масла в истории Приамурья. Не доехал. В Благовещенске в аварию попала пожарная машина, ехавшая на тушение пожара на кондитерской фабрике «Зея». Рыбки захотелось. Пограничники задержали трех китайцев, пытавшихся незаконно порыбачить в Амуре. Чем больше, тем лучше. Этого точно не скажешь об обороте наркотиков. В Благовещенском районе задержали крупнейшую партию гашишного масла в истории Приамурья. Организатор наркобизнеса – 43-летний наркобарон, житель одного из сел вблизи Благовещенска. Он лично занимался изготовлением и фасовкой гашишного масла, которое потом сбывал в столице Приамурья. Еще в марте мужчина попал в поле зрения оперативников. Вскоре нашли и его сообщников. Дома у наркобарона располагалась лаборатория, где оперативники нашли все необходимое оборудование. Пресс, центрифуга, бидоны, канистры с растворителем, медицинские шприцы и прочее. Здесь же была изъята готовая к сбыту партия – 94 шприца с гашишным маслом весом 600 граммов. Остальная партия – 1800 шприцев весом почти 9 килограммов – была найдена во время обыска на квартире сестры наркозаготовителя. Женщина о наличии наркотиков на собственном балконе даже не догадывалась. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более 100 тысяч разовых доз наркотика стоимостью около 3,5 миллионов рублей. Задержанному наркобарону грозит пожизненный срок, его сообщникам до 20 лет лишения свободы. В минувшие сутки в Благовещенске горел бисквитно-вафельный цех на кондитерской фабрике «Зея». Выехавший на тушение пожара расчет на пожар так и не доехал, сам оказался замешан в аварии. На перекрестке Театральной Горького пожарную машину с включенными проблесковыми маячками и сиреной не пропустил Nissan X-Trail. На перекрестке внедорожник оказался на разрешающий сигнал светофора и к столкновению готов не был. В результате у иномарки полностью смята передняя часть, а пожарную машину, которая, кстати, уже во второй раз за год попадает в ДТП, скорее всего, спишут на металлолом. Ни для кого не секрет, Амур богат рыбой, которой в водах этой реки водится более 100 видов. Видимо, именно поэтому трое китайских рыбаков решили порыбачить в Амуре, причем нелегально. Нарушителей задержали в районе острова Черпельский Сковородинского района, когда те на моторной лодке нарушили границу и уже устанавливали сети в российских водах. Документов у задержанных мужчин при себе не оказалось. Сейчас по факту нарушения проводится доследственная проверка. На этом все. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru. И помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Только качественные товары для ваших авто в сети магазинов «Автомаркет номер один». Аккумуляторы, масла, автозапчасти, аксессуары и многое другое. «Автомаркет номер один». Мы работаем напрямую с производителями. Улица Кольцевая, 67. Второй этаж.